Здравствуйте, перед вами представлен автомат закаточный модель МТ-402, система накопления столов. В данной машине стоит датчик наличия флаконов, то есть при отсутствии пробки машина останавливается. Давайте, пожалуй, начнем с ней работу. Если в столе, как вы видите, не хватает тары, также машина останавливается. С помощью педали мы запускаем ее дальше. Последнюю сессию надо помочь, так как уже давление не устраивает. Так бы все. На этом все. Как бы все туго. Ничего не пропущивает. Сейчас еще парочку для демонстрации. Все очень туго, ничего не прокручивает нигде. Бутылочки полные. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.